Уважаемые дорогие члены сигарного клуба, я сейчас нахожусь в замечательном месте, в парке, рядом с Кубанью, и общаюсь с Еленой, дизайнером, которая стала, наверное, как я думаю, одним из членов сигарного клуба в самом ближайшем будущем. В результате общения, которое происходило в течение последних двух недель, мы решили создать определенный entertainment для вас. Я понимаю, что в следующую среду будет много интересных фактов, связанных с тем, что часть наших членов вернутся из Баку и будут рассказывать о своих впечатлениях, которые они получили в Баку, в Азербайджане, на празднование дня рождения азербайджанского бакинского сигарного клуба. Первая позиция. Вторая позиция. Эксклюзивно была донесена информация о том, что из Стамбула поступили сигары Зина, которые мы очень любим. И, возможно, в эту среду Борис, один из членов нашего клуба, представит 25 сигар на продажу для членов клуба, что очень радует. Я не могу отметить факт того, что, ознакомившись с работами, которые делает Лена, мне кажется, что было бы правильно рассказать вам об уникальном, эксклюзивном искусстве, который делает этот замечательный человек. Вот. И мы подумали, что было бы правильным сделать своеобразный аукцион работ, каждая из которых является уникальной и неповторимой, ибо она сделана всего лишь в одном экземпляре из оригинального материала в виде цветов, но каждый цветок невероятный, плюс совершенно невероятное оформление работ, потому что каждый брелок, который мы пытаемся представить на ваше мнение, сделан в авторской эксклюзивной работе. К примеру, я пока позволю себе роскошь закорить сигару. Правильно, да? Ибо как разговаривать с членами сигарного клуба, не имея сигару? Чтобы вас впечатлить и окончательно обаять и влюбить, я хочу показать вам вот этот вот предмет. Лена, что это такое? А, тут фишка такая, что каждый в этом предмете видит что-то свое. Уникальность этого предмета заключается в том, что он остался в единственном экземпляре. И во всем мире, на минуточку, во всем мире больше ничего подобного нет. Это пункт первый. Пункт второй. Совершенно фантастическими руками эта девушка делает вот такие вещи. Совершенно невероятный брелок для ключей, который тоже был создан из живого цветка, который впоследствии стал предметом обожания и выглядит теперь вот так. Поэтому мы выбрали 5 предметов на аукцион, который мы попробуем провести в ближайшую среду. Лот второй. «Сон в летнюю ночь». Ну, Шекспир, я думаю, что многие знают. Определенные детали мы расскажем на презентации. И у вас... «Ромео и Джульетт» мы представим на презентации. Лот номер 3. Отдельная история по поводу этого лота.
Вот, и я думаю, что мы ее представим на нашем аукционе. Лот номер 4. Тоже весьма специфическая история, потому что охота за этими произведениями искусства ведется уже давно, еще с времен пребывания Лены в Москве. И московские клиенты, которые знают о том, что она делает, в бешенстве не могут купить то, что делает она. Но надеюсь, что мы переплюнем их. И шедевр нашей программы и шедевр лота — это эксклюзивная вещь, которая называется «Дикий горошек». «Дикий горошек». Это вообще полный трэш, потому что дикий горошек, мало кто понимает, что такое дикий горошек. О том, как он выглядит вот так, тоже мало кто понимает. Вещь в абсолютно эксклюзивном исполнении. И фишка заключается в том, что за этим горошком идет большая охота некоторых коллекционеров, которые жаждут иметь это в своей коллекции, но, к сожалению, понимают, что это уже невозможно, так как Лена, условно говоря, теперь жительницы города Краснодара. А наш сигарный клуб имеет возможность эксклюзивно получить возможность поучаствовать в аукционе этих предметов. Чтобы вы понимали, что все работы сделаны на фантастическом оформительском уровне, вот так вот. Вот так вот выглядит коробочка, в которой вы можете это все закрыть. Вот примерно так. Вот видите, бац, и закрылось. Шик. Просто шик. Нереальной красоты подарок для любимой женщины в любое время года и в любое время суток. Я думаю, что самый лучший подарок — это утро. Вот. Я надеюсь, что наш аукцион будет представлять интерес творческого человека, который занимается искусством. Дополнительно, возможно, будут представлены вот подобного рода работы. Это из семечки выращенные фиалки, доведенные до состояния взрослого взросления, будем так говорить, и отдавшие свою жизнь во имя искусства. И выглядит это примерно сейчас вот так. История совершенно замечательная, потому что в этом есть совершенно невообразимая какая-то эстетика прекрасного. И еще одна вот такая вот работа, тоже называется она «Закат» или «Луна», или что-то Луна. В этом духе, «Луна». Вот, замечательная работа тоже. Я надеюсь, что члены сигарного клуба сумеют оценить достойно эти работы. И совершенно удивительные работающие часы, которые называются «Время», хотя это не совсем часы, именно это время. Потому что на свету, когда они ловят солнечный луч, они набирают энергию, а когда вы заносите их в дом, и они вдруг ночью начинают светиться, да, вы понимаете, что это какая-то универсальное преображение энергии солнца в энергию ночи. Невероятная работа. К сожалению, она не продается, потому что стоит очень дорого. Но мы ее вам покажем. Вот. Поэтому по правилам аукциона обычно происходит следующее. Мы сделали презентацию. Мы показали работы, которые в какой-то степени отражают искусство Елены как дизайнера и как творца. Вот. И мы предлагаем следующий сет. Мы выставляем на аукцион 6 предметов. Финансовую стоимость не включена комиссия магазинов, компаний, продавцов, посредников и всего-всего. Вы получаете работу исключительно по авторской цене, но мы начинаем наш торг
с цифрой 1000 рублей. Каждый шаг следующий будет 100 рублей. И по финалу кому-то из членов сигарного клуба достанутся фантастические подарки, сделанные Еленой. Я уже приобрел себе на ключики вот такого совершенно офигенного скорпиона. Несмотря на то, что я овен, но скорпион совершенно бесподобный. Когда-то он жил, бегал, кусал, а теперь висит вот у меня на ключах, чему я очень рад. Да, абхаз. Абхазский скорпион. Уважаемые да господа, предлагаю вам прийти в следующую среду, ну, на наш сигарный клуб. Завтра. И поучаствовать, ну, возможно, это будет завтра. Если вдруг мы будем слишком увлечены рассказами о Баку и рассказами о Зина, мы можем перенести наше мероприятие на следующий показ, когда Лена сделает свою собственную презентацию, принесет свой каталог, расскажет о том, какая она крутая. Ромео и Джулия. Итак, господа, не пропустите совершенно фантастическую и уникальную возможность приобщиться к великому искусству.